8 апреля по всему миру прошел тотальный диктант. В этом году он охватил 19 часовых поясов на всех 6 континентах планеты. 3000 площадок открыли свои двери всем желающим. Саранск пишет тотальный диктант в 4-й раз. Сегодня свои двери распахнул главный корпус Мордовского государственного университета. Выбор площадки не случайен, ведь сам ректор одного из крупнейших в Поволжье вуза – активный участник тотального диктанта. Мы всегда стремимся к тому, чтобы в вуз приходили жители города Саранска, приходили наши гости. 2 года я был в качестве рядового участника тотального диктанта. Это действительно было непросто, это было сложно, но являясь диктатором на тотальном диктанте, все это дает дополнительные возможности и высочайшую ответственность перед аудиторией, перед которой ты читаешь текст. Это действительно намного сложнее и более ответственнее, чем писать индивидуально текст диктанта. Просторные аудитории главного корпуса университета распахнули двери для всех желающих. Участвовать может каждый, ведь атрибуты диктанта знакомы всем. Здесь все как в школе. Листочек, ручка и текст диктанта. Только одна разница. Если ваша оценка не очень хорошая, о ней никто не узнает. Активными участниками диктанта в этом году стали мусульмане Мордовии. Впервые я узнала об этом в социальных сетях, то, что проводится тотальный диктант по всей России. Я еще ни разу не участвовала, но в этом году хотела проверить свои знания. И в школе любила русский язык, любила писать диктанты. Вот поэтому сегодня я здесь. Большинство приняли участие в подобной акции впервые. Но есть и опытные участники, которые с удовольствием проверяют себя снова и снова. Я во второй раз участвую в тотальном диктанте. Мне очень понравилось. Понравилась организация. Все красиво, четко и интересно. Я хотел узнать, насколько я владею русским языком, грамматикой, прописанием русского языка. Спасибо большое организаторам. Очень рад. Результаты диктанта будут известны 12 апреля. И у его участников будет время поработать над ошибками и повысить свою грамотность, чтобы через год снова собраться всем вместе. Марат Салимов, Ринат Агишев. Специально для Нур ТВ.